Всем привет, привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня несколько новостей из магазина, и параллельно открою оставшиеся контейнеры, которые вчера получил за просмотр чемпионата, ну, если быть точным, турнира, да, будем так его правильно называть, как его все называют. Короче говоря, ребят, что касается новостей, значит, первое, разработчики решили сжалиться над теми, кто собрал большое количество контейнеров, но не успел их открыть, по какой-то причине не собрал ключи, допустим, не было возможности трансляции посмотреть. Короче говоря, ребят, выложили на продажу как за голду, вот вы видите, есть предложение, и если вы заходите с портативного устройства, то вы еще увидите предложение за Real Money, ну, либо можете перейти в магазин исключительно вот таким вот способом, если вы через Wargaming Game Center играете, зайти в магазинчик, ну и, соответственно, там это все дело посмотреть. Что хочу сказать от себя. Значит, смотрите, у меня, допустим, ситуация следующая. Мне вот эти все предложения абсолютно невыгодны и неинтересны. Возможно, вам они будут интересны, если вы собрали большее количество сертификатов. Давайте посмотрим. 5 ключиков оценили в целых 6000 голды. Это реально чума какая-то. Один ключ оценили, ну, в 750 голды. Есть предложение вот такое вот за 1500 голдишки можно приобрести ключик. И, честно говоря, я как-то не понимаю, что происходит с ценником на данный вопрос. Почему? Потому что, ну реально, отдавать, ну, такие бабки за ключи от запертых контейнеров с вероятностью там получения машины крайне-крайне мизерная, ну, не знаю, я считаю это глупыми предложениями. Давайте будем говорить так. Вот на примере моего конкретно аккаунта я смог за свои трансляции, точнее, за просмотры трансляции, собрать себе центуриончика, уже обменял его, получил 3500 голды компенсации. Мне не выпала химера ни разу. И что касается тех сертификатов, которые у меня остались, у меня есть 35 сертификатиков из 100 возможных на ВЗ-шку, которые у меня, допустим, в коллекции нет, и на Центуриона 26. Вот если идти по пути, который меня интересует, на ВЗ-шку, то мне необходимо, чтобы добрать ВЗ, открыть 10 контейнеров, из которых выпадет сертификат. Вероятность выпадения сертификата 33%. То есть мне необходимо при самой идеальной математике приобрести себе порядка 30 ключей и иметь 30 контейнеров для того, чтобы забрать ВЗ. Короче говоря, ну, я бы сказал, что из разряда Unreal. Но я думаю, что для ребят, у которых реально там не хватает буквально 2-3 контейнеров для того, чтобы забрать машину, возможно, возможно, это и есть нормальным предложением, но, ребят, будем говорить откровенно, допустим, за 4500 купить себе премчик, окей, хорошо, но что делать, если вы купите этих 5 ключей, а вам не откроются те сертификаты, которые необходимы? Таким образом, получается, что вы покупали себе за 4500 голды сертификаты, ну, обналичивание которых вы будете ждать в каких-нибудь следующих веселых ивентиках, либо в каких-то трансляциях, которые будут организованы разработчиками. Поэтому, ребят, я и не считаю за целесообразное накануне новогоднего аукциона, который я очень сильно надеюсь состоится, приобретать данные ключи. Лучше эти 4500 голды отложите и купите себе какой-нибудь премчик, а возможно доложите немножко и купите еще и годный какой-нибудь премчик, возможно даже там 7 или 8 уровня получится выхватить какую-нибудь желанную машинку. Это то, что касается ключей. Теперь, что касается вообще того, что появилось на продаже. Есть Кромвель БМ за 3500 голды, и в состав набора входит камуфляжик Берлин на Кромвель Б. Есть X5, но, кстати, ребят, на все машинки, а не конкретно на Кромвеля Б, что, в принципе, приятно. Есть бустерочки всех видов, кроме голды, понятное дело, по 10 штук каждого, тоже довольно неплохая замануха. Но, опять-таки, 3500 голды за Кромвеля Б. Кстати, ребят, вот здесь вот ссылочка на обзорчик на Кромвеля Б. Переходите, посмотрите, если вам интересно, я его сейчас катать не буду, это видео вам абсолютно нормально раскроет глаза на то, стоит ли данную машинку покупать за 3500 золота. Напомню, что Кромвеля Б недавно можно было получить абсолютно бесплатно. Что еще есть? Еще выложили на продажу Матильду 4. Матильду 4 выложили на продажу за 2000 голды, танчик 5 уровня, 7 дней према, есть камуфляжик, довольно прикольный, но, честно говоря, на любителя. Я, допустим, не любитель камуфляжа,
флижей отношусь к ним абсолютно спокойно. Есть X5, но уже только на Матильду, что не есть очень хорошо. Есть сертификатик на исследование танка, но это 5 уровень, и там в принципе несложно, согласитесь, нафармить себе опыта для того, чтобы просто открыть 5 уровень. Поэтому как бы не знаю, насколько это классное заманушное предложение, ровно как и сертификатик на приобретение танчика. Всего лишь 10%, как бы тоже, согласитесь, ни о чем, там ценники на 5 уровне вообще не кусаются по серебру. В целом, для того, чтобы купить танчик 5 уровня, играете, грубо говоря, там несколько боев на фармящей машинке и вполне спокойно покупаете даже без этих 10% скидки. Короче говоря, просто ни о чем. Открытое все оборудование, слот в ангаре. Ребят, если вас интересует, как выглядит Матильда в бою, что она собой представляет, и вас интересует, как на Кромвеля Б, так и на Матильду 4, ну, либо на другие какие-то танчики, вас интересует честный обзор, как эта машинка будет кататься в ваших руках, если вы среднестатистический игрок, обязательно переходите по ссылочке. Вот ссылочка на Матильду 4. Посмотрите, что она собой представляет. Ну а я вам гарантирую, что на моем канале вы найдете исключительно честные обзоры на технику и товары в магазине. Я ничего не приукрашаю, меня никто не покупает, мне никто не платит, меня никто не спонсирует. Соответственно, на моем канале я показываю все таким, какое оно есть на самом деле, как я уже сказал, руками абсолютно заурядного, стандартного, не скиллового, не 70% побед игрока. Поэтому, ребят, если вы играете с такими же умениями, как и я, поверьте, мои обзоры вам дадут гораздо больше понимания, как эта машинка, допустим, тот же самый танчик Матильда, ну, либо какой-либо другой танк, будут играться в ваших руках, если вы играете так, как я. Соответственно, я не думаю, что она будет играться как-то по-другому. Что еще есть? Из вкусного, ребят, больше особо ничего нет. Кто там хотел, допустим, я уже купил себе супер коня, вот ссылочка на обзор на супер коня, покупка и первые катки на нем, и мне, честно говоря, зашло. Почему зашло? Как я уже сказал, заходите по ссылке, посмотрите, возможно, вам это будет интересно. А так, ребят, пока новостей особых в магазине, кроме вот этого всего, нет. Если вдруг чего появится, обязательно буду выкладывать новое видео. Ну и мой вам совет, а точнее даже, наверное, просьба: подписывайтесь по желтому шильдику на мой канал, для того, чтобы ничего не пропустить. Многие ребята пишут слова благодарности за то, что я сообщил им что-то, чего они не знали, поскольку не заходили в игру, а мой видосик в YouTube посмотрели. Ну что, ребята, мне осталось только открыть 3 моих контейнера. Почему 3? Потому что только 3 я смог получить за вчерашнюю трансляцию. К сожалению, подключился поздно, не было в доме электричества. Ну и, соответственно, что получил, то получил, и на том, как говорится, большое спасибо. Я сомневаюсь, что мне что-то годное выпадет, я ничего с этого выбить не смогу. Если выпадет химера, я вообще очень сильно буду удивлен, получу компенсацию. А в целом я ничего не ожидаю, вот просто, как говорится, поставить точку в данном процессе. Ну вот на ВЗ-шечку выпал сертификатик, теперь у меня их аж целых 42. Едем дальше, смотрим опять на ВЗ-шку, довольно прикольно, но на этом, ребята, все. Таким образом получается, что открывая за просмотренные трансляции, я, к сожалению, посмотрел трансляции не все. И очень-очень-очень обидно. Я бы, может, и ВЗ-шечку себе смог собрать. По той причине, что в целом мне вот как раз и не хватало бы тех контейнеров, которые я не смог заполучить. Мне не хватает 51 сертификата, буду надеяться, что когда-нибудь будут подобные какие-то акции от разработчиков, и ВЗ-шку все-таки я себе соберу. Ну а может, кто-нибудь из вас захочет сделать ГСНу приятно и в подарок пришлет мне ключики от запертых контейнеров, коих у меня осталось на ближайшие 2 дня 7 штук. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира вам, ну и обязательно спокойствия.